Жили два близнеца в материнской утробе, и другому один как-то высказал мысль: а ты знаешь, мне кажется, есть после родов удивительная и прекрасная жизнь. И другой, потянувшись под маленьким сводом, тут улыбки беззубой своей не сдержал. Это просто смешно, верить в жизнь после родов, брату верующему в ответ он сказал: как, по-твоему, жизнь может выглядеть это? Я не знаю, как точно, близнец отвечал, но мне кажется, там на земле больше света. Я однажды во сне этот свет увидал. Я, конечно, не знаю, как все это будет, но мы, может, своими ногами пойдем. И еще, правда, это похоже на чудо, но возможно, что мы даже есть будем ртом. Ерунда, вот уж это никак невозможно. Наша жизнь пуповина и так коротка, а ногами ходить и представить-то сложно. Нет, не сможем ходить мы ногами никак. И оттуда никто еще не возвращался. Что за бред у тебя, братец мой, на уме? Все закончится родами, не обольщайся. Наша жизнь — это только страдания во тьме. А мне кажется, брат первый не унимался, что когда-нибудь сможем увидеть мы мать. И мы временно здесь, чтобы мало-помалу к жизни той после родов готовыми стать. Брат неверующий лишь качал головою, верить в мать — это просто за гранью идей. Я не вижу ее, значит, нет ее вовсе. Ну скажи, если умный, скажи, она где? Как ответить тебе, братец, даже не знаю, но я чувствую сердцем заботу ее. И ночами, когда все вокруг затихает, она гладит наш мир и тихонько поет. Все наполнено ею, и радость такая, словно в ней пребываю и ею живу. И хоть точно про жизнь после родов не знаю, но я верю, что будет она наяву.